ядовито. Это ядовитый червячок. Все, точно на забитую я жала. Четины едят. Все, жена, добишка. Водичка. Вот, дайте семечка. Если деткам с рождения 28 дней, они едят вискус, то они кушают. Просьба, пожалуйста, ты меня уже слушаешь, я же тебе говорю полтора часа. Просто послушай. Конечно, червячок, пойдемте дальше, больше коровки. Ковровый питон, написано в Австралії, найкрасивіший і найменший питон. Боже, які чилисти. Достигає 22 роки в атмосфері. Він просто розробив космос. І ніколи ніхто не поможе ніякими ресурсами. Це не Боже, на нього не поможе. Ребенку 9,5 років. Он кушает раз в неделю вкусную крыску, но все зависит от посетителей. Если маленький дед его создает кормление, я ему даю заменить. Кушать замороженную рыбу в бочке, не прошу, то и дышать. Таракан, кузнечик, килап, на задний 6-7 распилат. Они растопыривают два хелицера. Что это такое хелицера? Они растопыривают два хелицера. Через укус они впрыскивают яд. Как и у животного. А их орган превращается в желе. А потом они этими зубками выпивают все эти питательные вещества. То есть люди их выращивают дома, кормят всем зеленью, овощами, фруктами. А потом жарят на сковородке и ням-ням едят. А у моей подружки есть тарантул. Аж два. В природе их нет. Человек хорошо постарался для нас, для людей, десятки раз в Африке. Африканский ужасный еж, который в спячку не падает, не топотят. Рост тела максимальный 16 сантиметров, больше не растет. Это главный мальчик? Нет, потому что они гавкают по средам и по пятницам. Я тебя запомнил за последние полтора часа. Вот и дом. Что это такое? Ого! Кролики великий. Классный. А тут маленький. Що це таке? Це отруйний. Отруйний, так. Ні, це написано не отруйна змія сімейства ложконогих. Удав імператорський. О, це рослини? Маленькі по 250.